el video anterior vimos los tipos de vampiros, o al menos muchos de ellos. Si bien me han faltado, agradezco que dejen sus aportes en los comentarios. Pero en este video, les recomendaré 7 relatos sobre vampiros, que sé que les van a horrorizar. Adelantando que no verán aquí libros conocidos como Drácula, Entrevista con el Vampiro o alguna historia de Lovecraft, al menos no en la lista principal. Comencemos con este listado. Двенадцать лет прошло после выхода Vampire the Masquerade Bloodlines, и знаете что? Люди до сих пор в нее играют. Да, вампирская тема выжила, и после романтизации и отторжения своего темного начала, нам и сегодня интересны страшные сказки, даже если их берутся рассказывать не в первый раз. Poderes cautivadores del vampiro, e incluso pueden influir en sus acciones en su forma de lobo hasta cierto punto. Ya sea de forma limitada o recuperando el control. Un vampiro es un cadáver reanimado que se alimenta de los vivos. El primer vampiro conocido fue el conde Vladislaus Dragulia, un deshonrado caballero de la Santa Orden que fue asesinado por su hermano de armas. Originalmente humanos, cada vampiro es una víctima que ha sido convertida por otro vampiro. La maldición es transmitida normalmente por mordeduras, con excepción de Drácula, que fue convertido por el mismo Satanás. По разным причинам, игры, которые больше всего западают игрокам в сердце, редко становятся коммерческими хитами. И о тех проектах, про которые говорят, что каждый раз, когда ты о ней вспоминаешь, кто-то другой прямо сейчас ее устанавливает. И именно одну из таких игр сейчас едва ли не лучшее время вспомнить. При том, что я на самом деле не самый большой поклонник вампиров, и связаны с ними темы, мрачная стилистика маскарада, тем не менее, быстро нашла во мне отклик. А темная и почти тягучая атмосфера игры в духе фильма «Ворон», в сумме с отличным сценарием, яркими персонажами и потрясающей озвучкой. В последнюю очередь из-за маскарада я до сих пор люблю видеоигры, и спустя годы интерес к ним лишь растет. Наверное, из-за всего этого ролик по вампирам мне было делать тяжелее любого другого до него, и оттого ролик несколько задержался.
Activision еще не успела стать конвейером по производству игр серии Call of Duty, и как издатель все еще была готова на смелые проекты. Одним из вариантов была предложена разработка сиквела Vampire the Masquerade Redemption, не самый успешный и обласканный критиками и игроками проект, но принесший достаточно прибыли, чтобы задуматься о продолжении. Делать вторую часть Redemption в тройке не захотели, а вот сама вселенная, эксклюзивными правами на которую Activision обладала в те годы, студии очень понравилась. La historia del Conde Drácula, como muchos de nosotros la conocemos, fue creada por Bram Stoker, un irlandés, en 1897. Pero la mayor parte de la acción tiene lugar en Inglaterra, desde el momento en que el vampiro de Transilvania llega en un barco naufragado, con planes de hacer su guarida en la espeluznantemente llamada finca Carfax, al oeste del río en Londres. Pero Drácula no fue el primer vampiro de la literatura inglesa, y mucho menos el primero en acechar a Inglaterra. Всего их Bloodline 7. Это Бруха, Гангрел, Тремер, Тореадор, Носферату, Малковиан. С таким отношением я, разумеется, был среди тех, кто даже при всем равнодушии к жанру ММО, с трепетом встретил новость о теперь уже закрытом проекте от разработчиков EVE Online по разрабатываемой ими игре во вселенной World of Darkness. И разработчики внушали уважение, и показанные ролики говорили о том, что они прекрасно понимают, первый что и как нужно делать. Первый нормальный перевод. Остановил его на ту версию игры, что валялась дома, и попробовал поиграть. Да, ребята. Как же я удивился. Далее просто вот. Если совсем коротко, то World of Darkness — это вампирский мир, придуманный не имбецилами. Вот это прежде всего настолка, а как известно, в настолке всякую херню не превращают. Вы когда-нибудь слышали о настолке по сумеркам или по 50 оттенкам серого? Вот и я не слышал. Зато играл в настолке по Игре Престолов, Звездным Войнам и так далее. Вот не исключение. По ней есть целая куча настолок, которые базируются на огромном количестве книг. Скажу сразу, что вот это не только про вампиров, но еще и про оборотней, зомби, призраков и прочую потустороннюю хрень. Есть очень много книг, посвященных исключительно сеттингу вот. В них рассказывается обо всех кланах, об истории их зарождения, об известных личностях среди вампиров в течение всей истории мира. При этом историческая составляющая прописана маниакально скрупулезно. Вот втягивает в себя все известные человеку исторические промежутки, а также мифы и легенды всех стран. Эту информацию он перерабатывает и использует в собственных целях. Вампирское сообщество в мире вот гармонично вписано в мир смертных и тщательно от смертных скрывается, чтобы выжить. Все вампиры, согласно мифам, пошли от Каина, которого бог в наказание за убийство Авеля обрек вечно бродить по миру, питаясь кровью своих детей. Так появился первый вампир, наплодивший много себе подобных. Вампиры могут принимать участие в ключевых событиях человеческой истории, тайно управлять целыми городами, манипулировать высшими эшелонами власти или же попросту вести разгульную жизнь, натягивая на кукан всех более-менее приемлемых цыпочек. В основе вселенной World of Darkness лежит вампирская... Thank you.
Шестой клан – Тореадоры. Это утонченные натуры из мира вампиров. Славятся своей человечностью и вообще сочувствием к людям. Среди тореадоров полно знаменитых артистов, музыкантов, художников и поэтов. Обращают они, соответственно, людей из высшего общества. Всем, что связано с человеческой культурой и искусством, на самом деле тайно управляют тореадоры. Тореадоры отличаются красивой внешностью и одеваются исключительно во всякий гламурный ш... Политика. Опять же, продуманная и интересная. Состоит она из двух наиболее значимых вертикалей власти – Кабарильки и Шабаша. Помимо них есть и другие, менее значимые объединения, но тоже обладающие серьезной властью. Это, например, Анархи, Инка Ню и Квайджин. Понятное дело, говорить тут можно много, но так как вселенная ВОД базируется на вечном противостоянии Камарильи и Шабаша, то начну я, пожалуй, с них. Many of the traits that we associate with classic vampires, including shapeshifting into bats, wolves, or mist, the strength of 20 men, has no reflection in a mirror and casts no shadow, has powerful hypnotic abilities, is largely immortal, and possesses weaknesses to sunlight, garlic, religious symbols, and running water. ¿Les gustó este video? No se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo. Si este video les gusta, subiré uno sobre 7 libros de vampiros que deben leer. No olviden seguirme en mi Instagram donde comparto noticias del mundo mágico, otros libros y mi vida diaria que no comparto en este canal. Además, ya casi llegamos a los 10,000 seguidores. Даже на поздних этапах разработки игра... Forma es la que describí antes y se mantiene colgado boca abajo en los árboles. Tiene el poder de poseer cadáveres y congelar a las personas con miedo o provocarles que pierdan el conocimiento. पंडित शुभ कार्य में क्या विघ्न डाल रहे हो la búsqueda de la tumba de Vlad Tepes, describiendo al mismo tiempo su vida como figura histórica y el mito de Drácula construido a su alrededor. La historia nos relata una investigación de los últimos 5 siglos novela sobre Vlad Tepes, terror y hasta épica epistolar. Por su parte, la autora declara que quería escribir una novela con valor literario, donde los protagonistas fueran eruditos y que resultara semejante a las novelas de aventuras del siglo XIX. Para terminar con el video, menciones honoríficas de libros muy buenos de vampiros que son más populares. Drácula de Bram Stoker, obviamente, por la que el vampiro se hizo inmensamente famoso en la cultura pop. Oh,
expect me, nigga, like you expect Jesus to come. Monday.